Всем привет, с вами снова Атлантис, и сегодня вашему вниманию представляю очередную мою посылочку, пришедшую в очередной раз с интернет-магазина AliExpress. Давайте распаковывать сие. То есть, чудо, оно какое-то тонкое, но что-то тут как бы есть. Здесь я не могу найти свои ножницы большие, так что будем распаковывать такими ножницами. Пришли еще компоненты. Это у нас конденсаторы 104. Вот такие вот. Ну, очередные СМД. Когда-нибудь мы обязательно начнем их паять. Но сейчас, как говорится, Некогда. Мне даже до сих пор некогда начать собирать какие-то наборы, которые у меня лежат. Ну ладно. Когда-нибудь начнем. Для вас это какие-то наборы была распаковка и сборка будет в одном и том же видео. А для меня распаковка, а сборка до сих пор еще не началась. Так что вот так вот. Вот такие вот конденсаторы. Ну, 104-ки самые популярные, взял так. Просто их очень много во всякой электронике. Вместо стандартных, например, впаивать СМД-шки и все. Так, технически они никуда даже не нужны. Ну ладно, на этом все. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам это понравилось. Так что, как всегда, подписывайтесь, комментируйте, ставьте пальцы вверх. Так что, всем счастливо, пока и до встречи.